Все тот же перекресток спустя 2 часа. Какие-то машины разъехались, где-то водители покричали, и все разошлось. Уже даже было 2 драки. Ну, в принципе, ничего не поменялось. Как-то люди объезжают, как-то проезжают. Кто посмелее, много пассажиров выходят, тут руководят. Как-то потоки не заканчиваются. Тут надо срочно всем в объезд ехать. Потому что тут реально еще, если даже и начнут что-то разъезжаться, то это будет через 2 часа окончательно разъедутся последние. Кто-то вон, видите, сквозь, еле-еле пытается прощемиться. Тут, конечно, больше виноваты вот эти вот закругления на кругу. Они боль дают вообще ужас. То есть люди выезжают на них и перегораживают друг друга. Сам перекресток-то можно разгрузить, а вот эти вот закругления, это, конечно, ужас.